Привет, друзья! На кухне Рябов, значит, будет вкусно. Сегодня у меня, наверное, самый быстрый и самый легкий рецепт закуски, который можно сделать из теста и бекона в духовке. В общем, прежде чем приступить, хотел бы сказать большое спасибо всем, кто поддерживает меня, пишет комментарии, лайкает, смотрит мои видео. Вас уже больше 2000 набралось, и это прям, ну, для меня это очень классный показатель. Спасибо большое, ребят. В общем, давайте приступим, не будем терять время. Что нам нужно? Нам нужен бекон. Это простой бекончик, я взял сырокопченый. Тесто бездрожжевое, но слоеное. И одно яичко, в принципе. Сейчас мы быстренько все сделаем. Мировая закусочка будет. Вот это, погнали. Вот так вот муку насыпали на стол. Тесто взяли, не все, я взял половинку. И его надо немножко раскатать. Раскатываем. Вот так вот раскатываем. Перевернем. И еще раз раскатаем. Отлично. Теперь берем бекон. Вот такой вот. И вот так вот выкладываем. По одному взяли. И бекончик вот так вот кладем. Отлично. Теперь берем и делаем вот такие вот полосочки. Вот так вот прям. Оп. Оп. Далее мы берем, перчим. Вот так вот. И делаем такие штуки. Вот так вот взяли. И вот так вот сворачиваем. Свернули. И на противень положили. Опять сворачиваем. И следующую выкладываем. Абсолютно ничего сложного, согласитесь. Смотрите, какие штуки получились. Берем яичко. Отделяем желточек от белка. Вот так вот. Пододвигаем и желточком вот так вот смазываем наши закусончики для того, чтобы они стали румяные, когда они подпекутся. Тем временем вы можете включить духовой шкаф, чтобы уже разогревался на 180 градусов. Будем запекать примерно 15 минут. Ну что, ребятки, посмотрите, какие у нас получились, да, штучки. Вот они. Какие хорошенькие. Такая штучка, она еще горяченькая. Она ломается очень легко. Ну, естественно, она очень вкусная. Отличная закусочка под пивко. Да хоть куда вообще, ребят. Сейчас я буду перекладывать все это и готовиться уже кормить своих домашних. Ну, а вы запоминайте рецепт, ставьте лайк, пишите комментарий, колокольчик обязательно, чтобы не пропустить остальные видео. Ну и до новых встреч. Давайте, пока-пока.